Ну, было сложновато первый период, но мы перехватили инициативу и добились своего. Как думаете, почему именно в третьем периоде было столько заброшенных шайб, хотя в концовке очень ударно второго периода отыграли, там тоже было много голевых моментов? Ну, не смогли реализовать какие-то моменты. Потом все пошло нам на руку, и все сложилось, как сложилось. Если сравнить игру с авто и с тем хоккеем, который демонстрировал Талпар, насколько это разные соперники? Соперники примерно одинаковые, но авто немножко по-другому играет. Со всеми играть сложно. Сегодня у вас получилось забросить красивую шайбу. Понравилось самим, как забили? Да, конечно, партнеры хорошо сыграли на меня. Я забил. Спасибо им. Сейчас получается, вы один из лучших снайперов «Медведей». Больше вас забивает только первая тройка нападения. Что скажете? Ну, приятно, когда такие результаты показываю.